Дисквалификация избранного отношения директора управляющей компании ЖКУ «Деград». Причиной тому стали нарушения, которые выявили в ходе проверки специалисты департамента жилищного надзора. К нам обратился житель дома Московская 32 о том, что в его квартире, то есть из крана, течет горячая вода не нормативной температуры, то есть ниже 60 градусов. Мы это обращение рассмотрели и выехали на место, то есть была осуществлена выездная проверка. Факт нарушения подтвердился. Мировой суд вынес постановление о дисквалификации директора управляющей компании организации ООО ЖКУ «Деград» сроком на один год. Татьяна Баловнева, Анжелика Боровинок. Наше время.